Настало время узнать о погоде на территории Верхнеуральского района в эти выходные. По данным интернет-сайта «Гисметео», в субботу, 17 августа, температура воздуха утром плюс 14, вечером плюс 25 градусов. Ветер юго-западный 1-2 метра в секунду. В воскресенье, 18 августа, утром всего 16 градусов тепла, а вечером потеплеет до плюс 26. Ветер южный 4-6 метра в секунду. Все выходные малооблачно. В эту субботу Всемирный день бездомных животных. Накормите наших меньших братьев и смотрите ВТВ по телевизору или на официальных сайтах, адреса которых вы видите на своем экране.